Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино Топ. Сегодня вам предстоит увидеть сериал под названием «Крепостная». Приятного просмотра! Сюжет. Сериал «Крепостная» знакомит зрителей с героиней по имени Екатерина Вербицкая. Это умная и красивая девушка с хорошим образованием, чему способствовали ее хозяева Червинские, ведь Кити их крепостная. Благодаря Ане Львовне Червинской, Екатерина жила в качестве воспитанницы, но ее благодетели не намерены давать девушке право свободного выбора, она выйдет замуж за того, на кого укажут хозяева. Героиня влюблена в Андрея Жданова и намерена добиться свободы, что ей удастся сделать. В финале второго сезона девушка отправляется под венец, но свадьба окончится далеко не счастливым концом. Авторы рассказали, что в третьем и четвертом сезоне Кити Вербицкая – это не та девушка, которую зрители видели в первых сезонах. Это и стало причиной смены актрисы. Авторы утверждают, что героине пришлось многое пережить, включая смерть жениха сразу после венчания от ножа неизвестного недоброжелателя. Все это изменило девушку, что зрителям и покажут в новых эпизодах. Дата выхода четвертого сезона «Крепостная» ожидается в 2022 году. Дорогие подписчики, не забываем поставить лайк, оставить комментарий и подписаться к каналу, ну и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео на нашем канале.